Хей, йоу, гайс, вы мне Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названию Трайны. Ну что, поехали. Что-то новенькое, скорее всего, предмет для кого-то. Не думаю, что это будет для Вена, если здесь вот такой есть. Для рыцаря. Ваншоты. А, жесть. Просто жесть. Грозовой молот благо... Так, грома, двуручное оружие всего на свете. Дерево, железо, костей. Все грозовые эффекты требуют энергию. Следующий уровень — разрушительный артефакт. Атака, брошенная на врага, является ярость земли и молнии. Слабые противники умрут мгновенно, а земля сотряснется под ногами. Под могучим уроном. Ага, все, теперь здесь собирается урон, значит, мы скачиваем тебя. Интересно, у нашего мага что будет? А, не суть. Зелье. У меня есть молот. Ну так я и знал. А что Макс может сделать? Ничего. Тупые, как же они меня бесят эти. Уф. Очко опыта. А, он типа бежит до обрыва. Подобного от меня. О, тихо, тихо, тихо. Тут уже нужно осторожненько прыгать, потому что ни хера не видно. Блин, а энергии много тратится. Деле энергии много тратится. Блин, а теперь мне не достать, да? Хотя...
Хайду хватит. Так, я запаниковал, потому что они, когда их много, сильно бьют. И? Почему мы не пробиваем? Удержите для альтернативной атаки, удержите левую кнопку мыши. Ваншот. Ваншот, ванкил. А, я понял, я бы не прошел, да? А, нет, прошел бы. Здрасте, здрасте, здрасте. Это хил. Блин, ладно, сначала сюда пойду. Единица опыта. Оп. Бац. Бац. Слышал, банка упала где-то. Да не, ну вы чего? А, не каменные. Они каменные. Да, моё. I'm ready. Давай, давай, где? Нормально купаешься? Я рад за тебя. О, видишь, маг. Ладно, здесь тогда замучу. Так, тихо, что внутри? Давай, давай, третья способность смогу. Пузырёк здоровья. Так, автоматически восстанавливает 35% потерянного персонажа здоровья, а также его уровень падает ниже 25%. Перезаряжается на каждом новом контрольной точке. Можно, в принципе, отдать ему. Ну, нет. Уж, нет уж.
Женщина-паук. Нужно было еще медленнее его спускать, чтобы я точно не вернулся. Там мы западню сделали, и теперь вздыхает от нее же. О, светлее стало. Ладно, маг. Там тут деле светлее стало. Давай, запусти шар, я остановлю. А нет, все. Наконец тьма рассеялась, и наши герои с облегчением увидели вокруг себя свет. Воровка потихоньку изучала новое для себя окружение. Она никогда не бывала здесь, но по необъяснимым причинам испытывала чувство духовной близости к этим местам. Развалины исчезнувших, как называл их старый король, выглядели именно так, как было описано в дневнике. Красивые и величественные, несмотря на минувшие столетия. Третий артефакт, возможно, находится в верхней точке развалин. Сейчас мы это проверим. Развалины действительно древние. Не думаю, что за последние века кто-нибудь здесь был. Кроме этих мерзких костяшек. Кто бы покинул такие места? Здесь красиво. Зря ты стреляешь, чел. А ладно, как приехал, так уехал. Две банки. Я слышал две банки. А, быстрее, быстрее. А, ты ж зараз. А ты банку перегонишь. Он шутит. Всегда только так защищаться. Ладно, слишком долго. Минус, ты в минусе. Блин, не достает, ладно. Мана. Ладно, пускай щит будет. Ну блин. Могу сделать вот так.
это просто я в воду падаю. Окей. У меня идеальная воровка. А ну-ка. Стойкости. Увеличен максимальное здоровье на 10. Да, пускай будет. Оно мне постоянно куда-то влазит. И дамажит жестко. Ой, тихо. Ай. А, ну, он не умеет плавать, я понял. Стороны мог попасть. Черт. А не. Блин, то каменные. Стрелочку жму. Так, вижу хилку. Хилку. Наконец-то. Молчан. Тебе ничего не повышать. Да, быстро бьет. О, теперь у нас аж такие. Okay.
чата, вы чё, охерели? Так, мне нужно туда залезть. Это легко такие забирать, ну, особенно мне. Не нужно никаких мучений, просто взял, залез, забрал, ушел. Блин, это такой же, как и ты, в принципе, лучник. Ой-ой. Так, тут что-то есть? Да, опыт. На самом деле, вот это тупые головоломки не нравятся. Нет, я лучше сдохну. Ого. Давай, залазь. Ну, к тому я точно не полезу, сорян уж. О, я понял. Я понял, до свидания. Там, оказывается, внизу шипы были. Мне игра нравится. Эй, друг, куда иди?
готово. Так, это у нас плохая водичка. Блин, а мне вниз придется спускаться. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Готово. Разок я дал. Ты вместе. Голове я дал, и ты вместе. Готово. Я мог, конечно, отсюда туда перепрыгнуть, но нет, чем заморачиваться так. Так, я вижу, там есть что-то. Немного наносит. И богу. Готово. Как раз КП я тебе нашел. Боец ты мой. Давай. И опять упал. Опа. А давай-ка мы лучше туда пойдем. Что здесь у нас? Найден красный волшебный камень. А, пускай катается. Готово. Красный таинственный камень. Красный волшебный камень. Красный волшебный камень очень мощный предмет, нередко используемый могущественными волшебниками. Увеличит количество досок на единицу. Увеличит максимальный уровень здоровья на 10% рыцарь. Рыцарь или доски? Конечно же ХП. Конечно же ХП. Дойдем, короче, до конца и закончим серию. Как раз уже и время подошло уже к концу. А все, как раз гробница. Пусто! Здесь его нет! Что? Великий волшебник? Нику, вы слышите? Я слышу. Неужели? Мог ли великий волшебник... Свет ярче солнечного ослепил наших героев. Картины случившегося промелькнули перед их глазами. Хорошо, что я не ушел в этом, вправо до конца. А то я бы свет не увидел. Не так давно землетрясение перевернуло пьедестал, уничтожив святилище, охранявшее артефакт тела и сущности. Заклятия, охранявшие третий артефакт, были уничтожены, а сам он был украден. Хуже того, он был объединен с артефактом разума и могущества.
Без артефакта души и справедливости сила артефактов стала нестабильной и дала жизнь существам из костей и праха, способным передвигаться, но лишенным души и разума. Трайн стал единственной вещью, способной вернуть миру равновесие. Ну, как-то так. Эй, туда-сюда! Не дело для взрослых людей! Я бы отдохнул. Ну, короче, как-то так. Давайте тогда здесь закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.